Ну что, перед началом этого ролика хотел бы сказать, что за последние 28 дней больше 59% моих зрителей смотрят меня без подписки. Это не дело, это нужно исправлять, и если вы смотрите это вступление и вы не подписаны на канал, то сделайте это, потому что мне очень хочется до конца мая набрать на моем канале 3000 подписчиков, и без вашей помощи я никак этого не смогу добиться. Друзья, всем, кто уже подписан, хочу выразить отдельную благодарность. Переходим к просмотру ролика. Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Gamerus TV, и сегодня в этом ролике вы увидите продолжение рубрики «Путь до спецназа» у меня на канале. Как обычно, в ролике будут две каточки, которые, на мой взгляд, получились весьма интересными, и я надеюсь, что они вам понравятся. Не забудьте поставить свой лайк, подписаться на мой канал, ну а мы начинаем, всем приятного просмотра. Неприятная хаешка. Найс. Блин, третьего мог дожимать, обидно. Но дабл хороший, наши, по идее, должны забирать. Мы же это не сольем, я надеюсь, три ВПО. Ну все, инфа есть, тем более у него ревик. Найс. Изи. Найс. Головку выцепили. Ну, тут уже небольшой репаимчик, но... Так, еще один. Так, ну все, по идее, база один. По идее, база должен быть. Ну да, контейнер. А, не контейнер, база. Блин. Ну я зря пушить пошел, однозначно. Тут я уже так в себя поверил. Блин, зря. Но если проиграем, то я буду считать из-за меня. Потому что я мог не пушить, а просто мид контролить. Мы бы его зажали. Надеюсь, чел нас вытащит. Понимаю. Блин, ну это из-за меня раунд чисто. Обидно. А, 5% еще, понимаю. Как обычно, сажусь пилить ролик, и нет зарядки. Собственно, неудивительно. Флешечка. Так, по идее, на Балангу кто-то есть, и Алонг. А, их даже двое. Так, надо хелпить. Найс. Ну, плюс из гашечка. Красиво. Господи, что не так с моим анимом? Почему все так плохо? Ох. Так. 4 в 2. Все хорошо у нас идет. Не, раунд должны забирать. Ну, по идее, один алонг, 100%. Другой, наверное, донт. Типа не пуш. Ладно, окей, я не буду пушить. Мне кажется, один контейнер будет. Другой, наверное, алонг. Балонг контролится. Ну, еще инфа есть. Ну, понятно, он база сидит. Лол. Лол. Что-то я впервые вижу, чтобы там кто-то сидел. Найс. Nice.
понимаю, меня уже в чате обсирают. Не удивлен, в принципе. Отлично. Все, раунд наш. 100% понял. Сейчас главное убить этого авапера. Бывшую элиту. Аспина. А вон. А, я еще один остался. Ну круто. Я же солью, а. Тем более они с двух сторон. Они ушли. Найс. Я уже понял, что. Где ставят-то? Звука не было. А, нет. Ставят реально. Фух. Нет, спасибо челикам за инфу, реально. Я даже не слышал, что он ставит второй раз. Ждем алонг. Отлично. Так, по идее, мид и алонг. Балонку на кто-то смотрит? Надеюсь, что да. Что в спину не зашли. Отлично. Блин, ну мог на самом деле убивать, а им подкачал. Ну ладно, надеюсь, что наши затащат. По идее, 2 в 2. Плюс инфа есть. Должны. Я в них верю. Да, найс. Along. Last пишут. Ну все, тогда с двух сторон. Просто зажимаем и все. В принципе, easy. КТ пишут. И как он с Аланга успел выйти на КТ, у меня вопрос. Ну да, это сайт уже. Ну, найс, да. Могли, конечно, не давать плейнки, но пойдет, в принципе. Так, сейчас закинем хаешечку на мид. И балонг. Отлично. Так, идем балонг. Отлично. Все, опен дали. Врываемся на балонг. А наши пусть остальные фейкуют мид тогда. Ассист, неплохо. Лол. Лол. Ну, хороший прострельчик. Всегда хотел так сделать. Это, конечно, не первый мой подобный прострел, но офигенно. Блин. Ну, блин, больше не даст так прострелить, ладно. А где Лас, кстати? КТ пишут. Ну не получилось прострелить еще раз. Так, ну по идее, надеюсь, ласт раунд. Потому что что-то мы начали проигрывать, и мне это не особо нравится. Надо уже закрыть каточку и все, и не париться, собственно. Окей, тогда заходим в контейнер. Наш вроде мид будет чек. Ну все, точку вскрыли, по идее, раунд наш. 5 в 3, мы сейчас бомбу заплейнили, все. Даже 5 в 2. Ну, такая каточка получилась, мне лично понравилась. Но этот раунд я уже уверен, что мы заберем. Не знаю, что должно случиться, чтобы 5 в 2 проиграть с поставленной бомбой. Так, вот это мне уже начинает не нравиться. Найс. Не, ну все, отлично. Каточка получилась хорошая. Жаль только, что я не МВП, наверное. Сейчас посмотрим по счету. Ну да, я не МВП, чуть-чуть не хватило, но ничего страшного. Каточка все равно хорошая. На мой взгляд, интересная. И теперь главный вопрос, повысит меня или нет.
Не повысили, понимаю. Так, аккуратненько проходим. Мне кажется, мы угадали с плантом. Да, угадали. Отлично. Все, плантим. Найс. Первый готов. Да, не винты двое. Отлично. Не, ну все. Тут наш уже раунд 100% отлично. Просто ассист. Так, у меня дикие проблемы с закупом, который раунд. А сейчас еще и проблемы по ХП. Ну, скорее всего, я тут труп, но раунд, надеюсь, отлично. Заберем, я надеюсь, раунд. Найс. Ну, тут на лаке. Минус 2 с лоу ХП. Вас, типа, бустится. Господи. Не понимаю, как бы, когда говорят что-то про буст. У меня за весь этот сезон не было, мне кажется, ни одной команды, где бы меня прям бустили. Я везде отыгрываю, ну, достойно. Сейчас попробуем что-нибудь с СВДшкой сделать. Найс. Может, еще? Ну, давайте пикайте. Не хотят, ну... Ну ладно, хотя нет, тот там пикать вроде. Винты, может? А, понял, наших на лангу убивают, надо идти халпить. Так, неплохо, 2 в 1, надо уже взять СГшку. Ну и винты, ласт. Возможно, я сделаю зря, но ее запушу. Найс. Ну да, у них, в принципе, я... Отлично. Так, ну все, тут уже точно наш раунд. Ну все, инфа по последнему есть, должны закрывать на него. Удай на нож, красиво. Так, отлично. Ну все, надо плентить. Найс. Надеюсь, меня не убьют. Встанем, наверное, вот сюда, за коробочку. Не люблю просто в плунту сидеть, потому что это слишком дефолтно. Тут все-таки как-то понадежнее позиция, ну, на мой взгляд. Тем более, балкон наш контролит вроде. У нас, наверное, винты. Ну да, у нас винты. Найс. Сейчас попробуем запушить, наверное, лонг. Ну, будем считать, что у нас это получилось. 2 опена далее. Найс, еще один. Так, а что у них по оружию? А калаши? Нам бы калашик забрать. Аккуратненько. Так, отлично. Ты так любишь пушить. Обожаю пушить просто. Чё сидеть-то, как крыса? Найс. Отлично. Голову дали. Опять же, 2 опена. Не, ну все, тут изи раунд уже. Как-то быстро даже. Куда они так быстро кончились? Я не успел стату нафармить. Пожалуйста, повысьте меня хотя бы за эту катку. Я устал хапаться. Я сколько раз выиграл уже. Дайте мне мастера 4. Лол. Он реально хотел меня зарезать. Серьезно. Ну, кстати, НТ, реально. В принципе, если бы я был не фул, он бы меня убил. Поэтому неплохо. Teach.
Естественно. Как я не убил? Ну тут я уже кривой, тут просто дикий рипаим. Извините. Мне прям стыдно сейчас за мою стрельбу было. Походу мы сейчас еще и проиграем это. Хотя нет, шанс есть. 2-2. Ну в них, в принципе, осталось 2 лоутаба. По идее... Все, найс, отлично. Надо уже поскорее забирать эту катку, потому что мапа все-таки Т, и сливать бы не хотелось. Капец, они простреливают. Найс! Красиво. Идиот. Ну, это он про себя, наверное. So brainless. Это наоборот, это 300 IQ move. Геймерус. Круто. Ах. Как меня задолбала эта токсичность. Что на ру-серверах, что на ЕУ. Но зато я обожаю троллить таких людей. Просто идеально. Так, ласка Т вроде, да? Да, КТ. Ну все, это изи. Так, ну все, по идее, ласт раунд. Давайте уже заберем и все. Потому что я устал апаться. Я хочу получить мастера 4 и отдохнуть. Я не знаю, почему я первые разы настолько легко его апал, вот реально легко, вообще не напрягаясь. Тут сколько каток выиграл, причем играю нормально, то есть не на лоу табе. Мне не хотят повышать. Че вообще за фигня? Зря челик мне дал перезарядиться. Найс, все отлично. Пожалуйста, я хочу повышение. Повысьте меня, пожалуйста. Я МВП или нет? Наверное, нет. Блин, я не МВП, но все равно. Я отыграл хорошо. Пожалуйста, можно повысить? Момент истины. Повысить меня или нет? Нет, меня не повышают, зашибись. Друзья, на этом видеоролик подходит к концу. Хочу сказать всем огромное спасибо за его просмотр. Поддерживайте ролик лайком, если он вам понравился. И не забудьте подписаться на мой канал. С вами был Геймерус, мы увидимся уже на новом видео. Всем пока-пока и удачи, друзья.